Келя. Ваша милость, к вам в дом вломилась какая-то личность. Я пробовал задержать, но меня и слушать не пожелали. Кто там еще? Боюсь, ваша милость, даже представиться не соизволили. Чем так воняет? Ты хорошо выглядишь. Эй, не стой так. Обними меня. Ты что привезла? Гаркаяна из Ангрена. Я убила его. Сама. Поэтому ты уехала из Карараса так внезапно? Я даже не понял, что случилось. Нашел только записку «Не ищи меня». Я просто остолбенел. Глупо вышло. Но я все время чувствовала, что я в твоей тени, что я задохнусь, если не выйду из нее. Поэтому, когда увидела этот заказ в Ангрене, то поняла, что должна его выполнить. Сама. Без няньки. Я тебе не нянька. Я верю в тебя. Как тебе мой дом? Красивый дом. Только ремонт, пожалуй, не повредит. Да, я об этом уже думаю. Может, выйдем наружу, покажу тебе сад? Как же здесь красиво. Я могла бы остаться здесь навсегда. Что тебя удерживает? Да, собственно, ничего. Я убила Гаркаяна, получила награду. Пожалуй, мне полагается небольшой отдых. Без всяческого сомнения. Как сказал бы мой дворецкий. У тебя есть дворецкий? Его зовут Варнава Базиль. Это он впустил тебя в дом. Я скажу, чтобы он принес тебе фруктов и чего-нибудь попить. А ты можешь валяться целый день. Ни о чем другом я и мечтать не могу. Ты так представляла себе жизнь ведьмачки? Геральт, мне ничего не надо было представлять. Все-таки перед тем, как разойтись, мы кое-что пережили на пути. Быть подмастерьем не то же самое, что быть мастером. До мастерства мне еще далеко. Но я стараюсь. Впрочем, я училась у лучших. Я старался лишь передать тебе то, чем сам владею. Я вообще-то про Эскеля и Ламберта. Так что, не жалеешь о своем выборе? Конечно, нет. Я делаю то, что хочу делать, и стала тем, кем хотела. Думаю, это одно из необходимых условий для счастья. Ты уже встретилась с очаровательной изнанкой ведьмачьего ремесла? Что ты имеешь в виду? Людскую неприязнь. Причудливое соединение удивления, страха и презрения. В одной деревне на меня спустили собак. В другой запретили пользоваться колодцем. А в остальном все неплохо. Зато меня пока еще ни разу не обманули с наградой. Я надеялся, к женщине будут иначе относиться. Геральт, на этом свете, если кто и относится к женщинам иначе, то точно не в лучшую сторону. Скорее наоборот. –
Как все прошло в Ангране? Гаркаен серьезный противник. Поэтому я решила его сперва ослабить. Заманила его в заброшенный склеп, где он не мог спрятаться. Подальше от города и людских жилищ. Верно. Всегда лучше избегать случайных жертв. То, что он не мог укрыться, это, конечно, хорошо, но он же дьявольски быстрый. Не такой быстрый, как я. Трудность была скорее в том, что он куда сильнее. Зато я хитрее. Мы немного поборолись, я изобразила неудачный выпад и позволила ему напиться. Черная кровь сделала свое дело, и дальше было совсем легко. До свидания, Цири. Береги себя.